Привет, боец! Поздравляю тебя! Ты вступил в отряд воблера! Твоя главная задача — служить верой, правдой, не ссать, держать лайкос, писать комментарий, и я тебе скажу, если ты реально находишься в отряде воблера, ты самый лучший. Все отряды остальные — просто ничто. На самом деле, ребята, всем привет! Это у нас игра Ravenfield, и я вам скажу, что мне есть что вам здесь показать. Новые пушки! Новая карта, где птички поют. Ребята, здесь поют птички. Соловьи и еще кто-то. Я вижу голубое небо. Это просто великолепно. Огромная карта. Дождались, ребята. Полноценный ролик. Обязательно поддержите это видео лайком, дабы YouTube не смог испортить настроение под Ravenfield. Не знаю, почему YouTube не любит Ravenfield. Вот просто он берет и... И не любит его, просто не любит. Ладно, ну что ж, мы играем за красную команду. Хочу сказать для тех, кто впервые, ребят, не забывайте подписываться, ставить лайк, а также вступать в группу канала ВКонтакте, так как там, ребятки, у нас есть... Ой-ой! Что это вообще было? Подожди, что это? Что это за кубики? Кто выстрелил? Ладно, дело в том, что там вы сможете найти... Карты из роликов, а также оружие, которое я показываю или не показываю. Вот новая пушка. По-моему, она называется VSS мод. Ну, не прикольно. По-моему, такое я в сталкере видел. Давайте мы сейчас рассмотрим эту карту. Во-во-во-во. Да как же это эпично. А как вовнутрь нам попасть? Подожди. Ага. То есть это такая вышка, куда мы зайти не можем. Давай мы посмотрим наш штаб. Также отвечу на комментарии, которые иногда пишут ребята. Ну, вы-то пишите, просто на некоторые отвечу. Ребята, я не ставлю больше... Ого! Что это за... Какие-то ракеты, бомбы. Я не ставлю больше 50, чем... Больше, чем 50 и 60 ботов. По той причине, что... Ну, тогда будет сложно захватывать точки. И тогда серия получится не совсем комфортной для игры. Смотри, какие пушки! Ничего себе, здесь что у нас? Бункер даже, мы можем сюда зайти. Ого! Ого! Карта крутая, просто великолепная. Вы посмотрите на эту артиллерию, которая, конечно же, не стреляет. Так, у нас есть какой-то... Здесь лестница, мы можем залезть наверх. А ну, подожди. Да, можем, наш-то чувак залез. Смотрите, как отлично работает лестница! Вообще круто, наши засели на позиции. Это просто бомбезно. Блин, реально карта четкая. Надо сейчас рассмотреть ее, а потом уже будем играть. Опа, перепрыгнул, а фиг вам. Ну, знаете, такой фиг вам есть. Где? Вот это, а, то я в траве спрятался. Так, там мы еще дальше пойдем. Мы можем, в принципе, пешкадралом можем сесть на какой-то автомобиль. Значит, нам нужен отряд. Надо взять бойцов. Синяя команда побеждает. Я вижу по очкам. Чё? Ничего себе. Они уже все захватили. У них под контролем 4 точки. У нас 3. Нет, это так не годится. Давай наберем команду подписчиков. Стоять, ребята. Стоять. Ты тоже в команде подписчика. Так, в команде с воблера. Так, нас трое. А, их трое. И я, значит, надо вот этот джип взять. Давай, садимся. Бригада. Ту-ру-тут. Команда А. Ту-ру-тут, ту-ру-ру-ру-рут. Был сериал по команде А, и также есть вроде бы фильм. Офигенный фильм, кто не смотрел, посмотрите. Старенький, но поверьте, есть старые фильмы, которые круче, чем новые. Так, вроде бы с последним обновлением что-то там сделали. А, вот так мы можем ехать. Ху-ху! Круто, пеби, бригада стопе! Воу, ребята, нас встречают с любовью и радостью. Что это за зеленая команда, ребята? Что за зеленые человечки? Так, давай респаунимся в другой точке. И сейчас постараемся вырубить. Наши на машине остались. Ого, вы это видели? Вы видели, что за зеленые? Офигеть. Что это? Что это? Что это? Флаг? Ага, копы какие-то. Так, зеленые. Синие уже победили, а точнее зеленые. Ничего не видно. Так, уберите все. Ого. Ого. Это типа рудник. Конечно, тут пещеры нету. Ну, прикольная задумка. С рудником. Хотя, мне кажется, пещеру можно было бы и прокопать. Йоу-йоу-йоу. Наши пошли вперед, ребята. Вы знаете, и повоевать хочу, и карту рассмотреть хочу. Карта бомбезная. Потому, мне кажется, давайте мы немножко уделим внимание ее
осмотру, а вы потом уже сами повоюете. О, наши на квадроцикле. Куда вы куда заехали? Пацаны, здорово. Чё ты рулишь? Ты не видишь, что ты в окопе? Так, берем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вырубай его! Вы видите, блин, дело в том, что синяя команда, здесь она сейчас же зеленая, они зеленым цветом, их тяжело увидеть в траве. Так, все, идем в бой. Мне надоело. Мне надоело сливаться. Сейчас мы вырубим. Так. Вобли сосредоточен, как задрот. Ага. Бежим, бежим. Ну, сейчас вы увидите, как Глобал играет. Так, Глобал вижу. Снял. Черт, патроны закончились! Что за пушка-то такая? Глобал обосрался. Так, ладно, там еще какой-то автомат был. Это одна из новых пушек. Так, как-то он там назывался. Блин, как он назывался? А, ЦЗ-805. Ага, вот он. Вроде бы такой прикольненький. Так, это что вообще за карта? Как наши туда вообще залезли? Нам нужно каким-то образом атаковать. Карта загружалась долго. То есть видно, что здесь много текстур. Ого, здесь даже огонь горит. Че, шашлыки жарятся? Это что такое? Что это? Ого. Что это такое? Что это за здание такое? Подожди. А как наши туда залезли? Ты посмотри, снайпер рубит. Не хотел бы я встретиться, конечно, с таким крутым парнишкой. Снайперскую позицию занял. Так, деревья проходят сквозь. Ага, в воздухе висит здание. Ну, тут, в принципе, ничего страшного. Так, я слышу какое-то очень жесткое оружие. Это что такое? Ё-моё, что это такое? Это какой-то памятник, лежащий чувак. Бежим дальше. Нам нужно проскочить. Снова окоп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вижу, как наших ребят урабатывают. У них очень опасное оружие, ребятки. Откуда он бьет? А что это у них такое энергетическое? Что у них светится? Блин, реально их нифига не... Вы видели? Вы видели, что это по нам шваркнуло? Я туда идти не хочу, честно, у меня 7 хп осталось. Как наши ребята с этим справляются? Ого! Блин, у них жесткий, конечно, блокпост. Как с ним разобраться? Авиации нету, машины как-то. Может, набрать отряд? Проскочить. Ладно, давайте сделаем так. Мы сейчас постараемся захватить для начала вот эту точку на мосту. Как сюда подобраться, я пока что либо на машине проехать и взять заднюю. Ладно, мы сейчас делаем так. Направляем все отряды сюда. Срочно. Все отряды. Один будет сюда идти. Ага, все мы выбрали. Сейчас появляемся. Берем кого-то в автомобиль. И едем. Так, ребята, вы со мной. Вы со мной, снайперы. Мне тоже снайпер нужен. Так, у нас квадроцикл, нам нужна машина. Потому что на чем мы будем? Вижу тачку! За мной, бойцы, за мной! Сейчас мы постараемся прорваться. Постараемся, в любом случае. О, как раз у нас есть пулемет, смотри. Один сбоку сядет, один сверху, за пулеметом. Хорошо, ребята. Садимся. Так. Я за рулем, нажимаем С. А не понял, почему С не нажимает. А что же это за синяя команда такая жесткая? Какого перца мы не можем ничего сделать? Ладно, давай попробуем в одиночку пройти. В одиночку. Задолбали они, честное слово. Ага, там он на мосту. Снова здесь на квадроцикле. Вам что, тут медом намазано? Как вы паркуетесь? Да нет, тут вообще жестко, смотрите. Наши ничего не могут сделать. У них какое-то запрещенное оружие. Вижу пулеметчика. Вижу пулеметную точку. Снял. Снял, ребята. Снял его. Вижу, бежит. О! Что это за поза у него такая? Блин, да как здесь можно воевать? Вы посмотрите, сколько их здесь. А что на карте здесь не показано, что их много? Как наши будут прорывать, я не представляю. Как мы будем захватывать? Может, я сюда поеду? Я вообще не знаю, честно. Это как-то жестко. Это жестко, реально. Давай мы сейчас респанемся. Не зеленый. Короче, я беру сейчас квадроцикл. Постараюсь по окружной поехать и прорваться. Давай. Ой-ой-ой-ой. Так, берем квадроцикл кого-нибудь.
Стопэ, чувак, за мной. А сказали, что машина не катится или что там было такое? Так, ты сел? Красавчик, ты кто? Ты снайпер? Ты с мушкетом! Взял! Блин, себе в команду чувака с мушкетом. Давай мы тут поедем. Уху! Вау, тут вода! Блин, ну тут глубоко как-то не попал. Ну, в принципе, это неплохо. Надеюсь, что мы сейчас сможем прорваться. Надо хоть какую-то точку. Прям в голову. Что это за читерство-то такое? Я просто шокирован. Ладно. Давайте мы сейчас еще раз постараемся прорваться с красной командой. Потом поиграем за синюю, дабы посмотреть вообще карту. Но они реально жесткие. Надо просто не спешить. Я как-то, мне кажется, на газ сильно надавил. Жесткие, жесткие, согласитесь. Вот как здесь играть? Оп-оп-оп-оп-оп, потихоньку. Ага, сюда надо. Ну и мост, конечно, какой-то кривуленько. Так, едем. Ну честно, они меня уже подзадолбали. Это начинает раздражать. Хорошо, хорошо. Гады, сейчас, сейчас там зададим вам. Хорошо, так, они там, да? Где они? Я вообще никого не вижу. Вы видите, ребята, в прицеле? С какого оружия они так мочат жестко? Ага. Это я попал в дерево? Офигеть! Офигеть! С чего же они так стреляют-то? Воу, я даже боюсь сюда подходить. Да ядрить, колотить, что же это нахрен-то такое? Блин, а ты посмотри. Как с ними вообще бороться, с этими? Я вообще в шоке. Я просто в шоке. Как с ними можно бороться? Этот придурок встал и просто дамажит со своей пушки, ничего не видно. Давай мы здесь где-то засядем. Ты посмотри, давай с другой стороны обойдем. И наши даже не могут прорваться. Что же это? Какой-то дисбаланс. Тут у нас сейчас на карте. Ой-ой-ой-ой. Бежим. Бежим, бежим. Сейчас мы... Да идите в жопу. Да как так? О, ладно, давайте сейчас за синюю команду чисто рассмотрим карту, потому что у меня жопа подгорает, и я просто здесь находиться не могу. Карта крутая, но вообще зеленую команду не видно. Тут они реально зелененькие. Так, зеленый, давай мы выберем. Сюда. Вот она. Ладно, давай респанемся сейчас. Вот мы с нашим автоматом. Вот, а, видите, вот какая тут синяя команда. Зеленые какие-то, чуваки какие-то. Да вы чё, больные что ли? Я же в вашей команде, придурки вы. Задолбали, блин. Я же в своей команде. Вы чё тут по мне все валите? Вы чё, обнаглели тут-то? Сейчас в разнос все пойдете, блин. В расходный материал тут. Насобирались боты. Безмозглые. Ты чё стоишь, блин? А ну все поразбежались. То есть нормальная позиция у него, вот как его выцелить? Стоит одна голова, то есть попробуй ему еще попасть, и он зеленый весь. Вот смотри, наш с какого-то оружия мочит. Это такое мощное оружие нельзя добавлять именно сюда в игру. Потому что вообще портит всю игру. Сейчас мы кого-то выцелим тут, вон, вон они на точке. Есть шмяк. Точку захватили. Давай где-то спрячемся, перезарядимся. Так, где же они? Вот, вот черт какой-то с мощного оружия это стреляет по нашей команде. Наши тоже, смотри, не пальцем-то деланные. Смотри, с чего это он так стреляет? Это у него пулемет такой? Ого, квадроцикл с неба-то упал. Машина едет, джип. Вижу джип. Ого! Смотрите. Не, ну реально какие-то тяжелые... красная команда нехило-то атакует. Ладно, побежали, сейчас посмотрим, что там у них. Берем квадроцикл. Мне кажется, сюда не хватает пару танков и самолета. Вот, о, вертолета, то есть. Пару вертушек, и карта была вообще идеально, потому что так вот на наземке не прорваться. Надо какой-то воздушный транспорт. А почему не добавили, не видно. Не знаю даже. Так, едем. Опа! Уху! Приехали, давай мы сейчас глянем, что тут у нас.
Кто-то на машине жестко припарковался. Не, это мои ребята-то паркуются-то. Что-то за мельница. Колодец? Ух ты, а чё в колодце-то? Водичка? Попьем? Можно в колодце спрятаться, смотрите. Так, давай еще раз смотрим здесь все. Ага. Колючая проволока? Что, серьезно? Да, трава такая, конечно же, высокая. Давай попробуем. Ой-ой-ой, что это за энергетический шар? Я его так как бы видел. И что это? Что это, ребята, за штука? Смотрите. Ее даже на карте. Я видел сдалека. Ага. А мы здесь патроны пополняем? Че, реально патроны пополняются здесь она? А ну. Да, ребята, патроны пополняются. Ничего себе. Нормально. Так, мы уже видим базу красной команды. Ого, сколько здесь наших полегло. Ты посмотри, окопы такие специальные. Но мне кажется, что у синей команды какая-то сторона более крутая. Потому что здесь, видите, какие точки, и пулеметные точки, и преимущества можно взять. Потому они и побеждали. Окопы нормально не могут подобраться. Тут и все, смотрите, всех. Чувак стоит на пулемете, просто разносит всю красную команду, которая спускается. Реально, мне кажется, захватить тут тяжело. У тебя копы тут, та, вообще прелестно все. Синие победили, видели? Я еще ничего не делал. Ну да, тут на карте дисбаланс. То есть красные, они не могут нормально воевать. Их просто разносят в хлам. И точки как раз, они берут 4 точки. То есть у них 4, а у синих, у красных 3. И все, красные проигрывают. Они потом просто респаунятся на первых двух точках. На сзади даже не респаунятся. И все, таким образом побеждают. Единственный шанс это как-то прорваться туда вниз и захватить. Ну здесь же в игре ты начинаешь брать точку. Сразу на том месте, где ты берешь ее, респаится 10 человек. И все, и ты всрал и ничего не взял. Вот такая вот и тема вам. А вот тоже какой-то энергетический, видите? Здесь тоже, наверное, можно пополнять. Так, я вообще не вижу. Не вижу врага. Я сейчас точку отхвачу. Опа! По окопу движемся. Так, птички поют. А мы флаг захватываем. Сейчас по-любому какой-то черт респанется. Про что я и говорил. Да так нечестно и неинтересно, блин. Они сразу появляются, они знают, что я стою и начинаю стрелять в ответ. То есть, блин. Дебилизм какой-то. Давай мы сейчас наберем команду, постараемся прорваться. Сейчас наберем отряд. Ну, наши пытаются с другой стороны вообще-то. А, мы можем даже проплыть. Давай проплывем внизу. Плыви, плыви. А здесь еще мост какой-то? Какая-то... А. Что это за дамба непонятная? На машине можно, типа, проезжать. Так, бежим, бежим. Наши... Наши даже не пытаются никуда идти. Они чисто дефят свои 4 точки. И таким образом побеждают на этой карте. Карта дисбаланс. Вообще неинтересно. То есть здесь даже воевать не надо. Синие все равно будут побеждать. Что ты за синих воюешь, они побеждают. Что ты за красных воюешь, они побеждают. И причем смотри, с каким преимуществом. Ё-моё. 659 на 234. Давай, 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 давай. Хватит тут купаться. Хватит загорать, лето закончилось, уже зима, уже морозы пошли. Ядрить, колотить, что ж с тобой-то не так, чувак? Давай, беги, беги вперед. Ты сможешь вообще здесь вылезти или нет? Какой склон? Давай, о, прорвался. Че вы тут сидят такие зеленые, блин? Нападайте, давайте. Ой-ой-ой, тут красный чувак шел-то. В траве. Вот они в траве. Но они красные, хорошо видно, конечно же. Бьем. Своего вырубил, сорян, чувак, но ты просто подлез. Так, что тут? Можно сесть за пулемет, да? Можно, в принципе, постараться по окопу здесь пройти. Вот они, а! Квадроциклы как застревали здесь, так и застрять. Ого! Так, надо спрятаться. Так, вырубили. Можно, в принципе, здесь засаду сделать, таким образом сносить красную команду. Ого, там у них флаг, они прям респаются, начинают поливать, ты посмотри. Ну, автомат такой, неплохой, в принципе. Сколько у нас патронов? 30. 30 маловато.
слабенький магазин, но зато, в принципе, неплохо дамажит. То есть разброс не сильно большой. Давай мы подкрадемся. Здесь займем точку. Или что, мы в окопе? Вот, получаете. Кто-то спереди, кто-то сзади выстрелили. Ну что ж, дорогие друзья, карту мы рассмотрели. Внешне крутая, птички поют, но синяя команда здесь очень сильная. И как на это все повлиять, даже не знаю. Но смотрите, если пойти сюда, допустим, да, тут пулеметик сидит. Можно его снять со снайперки. Ладно, сзади вот еще стоят чуваки. Они точно вас не пропустят. На машине здесь никак, потому что не респаунятся. Мы пытались сбоку объехать, да, они все равно разносят, потому что мост-то не совсем-то ровный, ты пока там вырулил куда-то, спустился, уже вас разнесли. То есть, это карта, на которой красная команда будет постоянно страдать. Ну, а с вами был Воблер, оставайтесь на канале, вы у меня молодцы, если подписаны. И скоро увидимся, удачи и пока!